Вітаю! Це програма «Ландшафтний дизайн» і я Андрій Каранда. І сьогодні ми поговоримо про прийоми формування міні-садка. Марина, привіт! Здравствуй, Андрюша! Хочу вас познайомити з авторкою саду. Це Марина Славченка. Марина, я знаю, що коли ти створювала цей сад, у тебе ще не було ландшафтної освіти. Ось розкажи, будь ласка, яка історія створення його? Так, освіти не було. История началась с нескольких роз, но, в общем-то, дело даже не в этом. Сад очень маленький. Вот тот сад, где мы сейчас находимся, всего-навсего это 2 сотки занимает. И для того, чтобы сделать его красивым, пришлось очень постараться. Ну, мы зараз подивимось, ти нам розкажеш про всі ці дійсно прийоми, які ти використала тут. Але скільки часу ти витратила для того, щоб створити цю красу? Ось, і чи завершений сад зараз? Получается, что с первых роз, которые были куплены, вот розы Остина, прошло 8 лет. И я не могу сказать, что он полностью закончен. Посадки в основном закончены, но не все растения выросли, не все растения приобрели тот вид, окончательный вид, который должен быть. И сад, ты спрашиваешь, готов ли он, створенный он уже. Мне кажется, что это как жизнь. Ее нельзя створить раз и навсегда. Это такой постоянный процесс. Конечно, конечно. И это зависит прежде всего и от растений, потому что у них есть и период жизни, и период смерти, когда растение уже там выглядит не декоративно, его нужно заменить и так далее. То есть это особенно касается многолетников, которые не живут долго в основном. Ну, тоді я пропоную, щоб ти нам показала, все ж таки провела екскурсію своїм садом і розповіла більш детально. З задоволенням. Марин, ну ось ти розповідала, що твій сад почався з троянд. Скажи, будь ласка, це сад троянд? Не совсем. Андрюша, роза осталась как акцентное растение. Но так как розы есть период покоя, период, когда она цветет, период, когда она, значит, отдыхает, то я поняла, что только из роз сад хороший создать не получится. Поэтому у меня сад роз и трав. Под травами я понимаю не только злаковую культуру, но и многолетние растения. Притом те растения, которые цветут очень простыми цветками. Ну, например, такими, как вот волжанка у меня, такими, как клопогон, который цветет осенью, такими, как анемона, ну, ты японская. Зараз назвала, до речі, не витривали рослины. Не все. То есть есть растения, у меня же есть деревья, и под деревьями, естественно, высажены те не витривали рослины. А если мы говорим о солнечных местах, то там точно так же могут быть растения, которые прекрасно выносят солнце. И в мискантусы, например, то есть это злаковая культура, они очень красиво смотрятся с розами, добавляют в цветник воздух. А вот дивись, до речі, ти зараз назвала волжанку, ти назвала клопогон, це мицифуга, да. Це анемона навіть, та японська. Японська. Да. Це все досить високі рослини. Так. Чому ти використовувала високі рослини, і вони, я ще бачу, вони ростуть, ну, ближче до паркану у тебе? Так. Вони прикривають границі саду. Вообще в маленьком саду, вот хороший как раз вопрос, в маленьком саду очень важно использовать как раз большие растения. Очень важно его сделать формой как бы чаши. То есть вы находитесь в середине чаши, а ваш периметр полностью закрыт растениями. И многолетники высокие тоже играют на эту функцию. Ну, дивись, от є така ж, в принципі, думка, що, по-перше, якщо маленька ділянка, то хотілося б одразу побачити її, ну, якщо вона маленька. Я зараз бачу у тебе такий прийом використаний, що ти ділянку якраз таки закрила. Тобто, коли я заходив, вітався з тобою, ти стояла на початку саду, я його майже не бачив. Ну, він у тебе закритий. Тобто, ти створювала таким чином планувальну структуру, щоб сад перегородити. Я так розумію, що якраз ти досягала того ефекту, щоб воно якраз і... От незважаючи на те, що коли сад маленький, ви маєте пам'ятати, що його краще закривати, коли ділянка маленька. Для того, щоб сад був більш ефектним, його варто перекривати. Тому що коли ви стаєте і у вас там залишилось саду 10 або 15 метрів, ви подивились все з самого початку саду, зрозуміли, ну що мені туди йти, я вже все побачив. А так цікаво кожного разу йти і щось дивитись. Так, і я розумію, що ось ці якраз злаки, і, ну якщо це міскантуси або там багаторічники, як там волжанка і це мицифуга, вони дають змогу от якраз прикрити оцю територію. Але ж, розумієш як? Це все одно рослини, які потрібно буде, ну ми про догляд поговоримо, там зрізати, і вони певний час не будуть закривати паркан. Да. Що в цьому випадку тоді у тебе його прикриває? Або ти не переймаєшся цим, тому що це зимовий період, а це у тебе дача, і відповідно, що ти... Так. Вважаю, що ну, літом буде все гарно, а зимой... Звичайно, звичайно. И к тому же розы у меня, вот для того, чтобы вырастить вот такие кусты, вот такие большие, красивые, хорошо цветущие, нам нужно сохранять побеги. Иначе вы будете получать ну, небольшую розу цветущую. Вот таких побегов, вот такой вот красоты у вас не будет. То есть у меня то, что называется укрывной сад. Розкажи, будь ласка, що це таке? Це трішечки вже, ну, це агротехніка. Да, це питання було пізніше, але якщо ми зачепили його, то розкажи, тому що це дуже важливо. Побеги знімаються з опори, укриваються, тобто кладуться на землю і фіксуються. Зверху все накривається агроволокном. Ну це ж дуже трудовитратно все. Я привыкла. Да. У меня этот сад 8 лет укрывается. И это, вы знаете, у нас даже такая смешная история была, когда я высадила растения, которые не нужно укрывать, допустим, там вот дерены. Они вырастают очень быстро, они сразу, кстати, тоже вот закрывают наш периметр. Мой сад фактически зимой не используется, он отдыхает. Хотя эти укрытия, они достаточно хорошо смотрятся, и если много снега, то они просто полностью укрыты этим снегом, вот и все. То есть ничего страшного, но периметр остается не закрытый. Потому что зимнее время закрытия периметра – это хвойные растения. У меня они есть, но так как у меня концепция сада, собственно, английского, я очень люблю английские сады, поэтому у меня из хвойных используются исключительно тисы. Угу. Вот, у меня есть несколько тисов, я их очень люблю, они, они очень красивые, и они как раз, это фактически единственное хвойное растение, которое используется в английских садах. Марин, ми з тобою поговорили вже про те, що якщо садок невеличкий, ділянка під садок, то бажано його перекривати, для того, щоб він не проглядався. Це перший такий прийом, який ти використала в своєму саду. Другий прийом – це ти намагалася закритися від сусідів і ти свідомо обрала багаторічні рослини або злаки. Тому що у тебе сад використовується в весняно-осінній період. Так. Це як дача, так? Але ж і кустарники теж. Кущі у тебе так само є, так. І вони так само закривають, прикривають частину, так? Да. Добре. Є таке, ну, листяні, там, дерен. І ми ще поговорили про те, що доріжка у тебе йде так, наче у формі еліпса. Не завжди її так використовують, але в принципі, ну тому що коли ділянка маленька, наче умовно, що знаєш, вона так як під парканчиком, можна так сказати. Але в твоєму саду це взагалі так не відчувається, тому що у тебе є насадження і воно дійсно дуже так цікаве має вигляд. І от ми зараз, до речі, сидимо в такій зоні відпочинку. Оце, до речі, ще один такий прийом, тому що, який також використовується в маленьких садах, тому що коли ділянка так от невеличка, то виникає питання, як її, де її розміщувати, як її облаштувати. Ми зараз знаходимося в зоні відпочинку. Це настіл, дерев'яний настіл, который соединяет мою круговую дорожку, то есть с одной и с другой стороны, но выходит вот на круговую дорожку, о которой мы с тобой говорили. Но он решает еще одну важную проблему технического характера. Здесь находится источник нашей воды для дома, для полива. Свердловина. Свердловина, да. Ее нужно было как-то закрыть. Она находится в середине участка, перенести ее некуда. Ну, что делать? Деревянный настил. Получилась и зона отдыха, и полностью закрыта наша вода. Там просто люк, который открывается, но мы этого не видим. Если не знать, да, все это деревом закрыто. Когда мы сидим, наш угол зрения, он опускается ниже. И даже не самые большие розы у нас находятся вокруг нас, рядом с нами. И те же многолетние растения. И мы как бы окутаны садом. И это очень приятно. Это самая и моя, и моих друзей любимая зона отдыха. Ну, ти бачиш, що тут є дерево. Воно, до речі, у тебе щодо дерев, я бачу, що із них ти невелику кількість дерев використовувала. Це у тебе плодові дерева абрикоси. Ну, тут дві їх є на ділянці. Ще посаджена одна ирга, вона просто ще не виросла. До речі, там, де росте у тебе ирга, у тебе там ще ростуть троянди, квітки, які вздовж паркану, і бузина. Так. То я бачив, що ці рослини, вони ростуть не на твоїй території, але ти якось вплила в свій сад через паркан. Як це так сталося? Це відомий прийом ландшафтників, заимствованный ландшафт. То есть мы смотрим, что растет у соседей. Но вот обычно у нас люди почему-то берут и все обрезают. Вот дерево идет, соседское дерево на мой участок. А его не нужно обрезать. Если это красивое дерево, если это красивая роза, помоги ей жить, помоги ей быть красивой. Ну, и я бачив, що в твоєму саду якраз ці рослини ти таким чином заплила по паркану, або якщо це бузина, вона просто розрослась як кущ. І, по-перше, таким фіолетовою такою плямою. Дуже цікавою вона має вигляд от в куті саду. А по-друге, вона дійсно закриває якісь там, може, і будови або навіть краєвид не той, що завжди може бути цікавим з точки зору сусідів. Да. Тобто ти використала ще один прийом ландшафтного дизайну – це вертикальне озеленення. Марин, я дивлюсь на ті матеріали, які ти використала в саду, хотілося, щоб ти про них поговорила. От чому саме вони і як ти їх поєднувала? Я в саду використовую тільки натуральні матеріали. Це камінь, гранит. Дорожка и настил соединяются цветом. Дальше я хотела бы сказать, что розы, они ведь на опорах стоят. То есть они же, они же сами двухметровыми не будут без опор. И для того, чтобы их было минимально видно, использован металл. Минимально видно опоры. Опоры, да. Троянды навпаки, що ми маємо бачити. Звичайно. Опоры должны быть, и вообще весь металл, который используется в саду, это ржавый, обычный ржавый черный металл. Его в саду минимально видно. Цікаво, чому ти не використовувала дерева. Я маю на увазі, ну, у тебе їх не так багато, по-перше. По-друге, якщо є, то вони плодові. Тобто ти не полюбляєш дерева, чи це навмисно було зроблено, чому саме так? Эти два дерева, они остались от моей бабушки. То есть сад мне перешел в наследство от бабушки. Ее уже нет много лет с нами, а деревья до сих пор живут. Я их только формирую, и это напоминание о моей истории с моей бабушки, которая меня фактически вырастила, очень меня любила, и я ее очень любила. Также я не досаживаю другие деревья, потому что сад слишком притянется. Так как он, опять же, маленький, мы не можем использовать много деревьев. Тогда будет слишком много тени, и розам это не понравится. То есть определенное притенение им даже идет в плюс, особенно от южного солнца, так как вот сейчас очень жарко. Лучше их притенять не деревьями, которые также забирают и много очень питательных веществ. Я планирую еще досадку 2 рамблеров. Рамблеры – это однократно цветущие розы. Вот мы потом пройдем, посмотрим на рамблер, который у меня уже один есть, ну, соседский, который, так сказать, наш теперь общий. И рамблеры, они, вот все думают, да зачем роза, которая цветет один раз? Ну, во-первых, она притянет с южной стороны ваши посадки роз, особенно остинок, которые плохо переносят жару. Затем она вам даст вот этот третий ярус, и она может быть сформирована как плоскость, фактически. Вертикаль, то есть, да, фактически это будет вертикаль. Опять же, мы убиваем сразу несколько зайцев. Да, это закроет периметр ваш. Да, она будет цвести один раз, но это не имеет никакого на самом деле значения. Зато у нее шикарная, красивая листва, и это огромная, ну, можна сказати, де-то ліана. Ми якраз сидимо в такій частині твого саду, де якраз можна сказати, що сформувався такий тіньовий сад. Здесь тінь від 2 деревьев, сусідської соседского дерева и моего. Получается, что здесь, кроме тени выносливых растений, ну, ничего жить не будет, но будет иметь непрезентабельный вид. Поэтому здесь, получается, нужно было делать теневой садик. Андрюша, у меня сад беспрерывного цветения. Начинается все с алиумов, у меня их очень много, это просто сиреневое чудо. Затем цветут пионы, а вот сейчас мы проходим розу, мою любимую, ту, с которой начался мой сад, Роза Остина. Затем, после пионов, начинают цвести герани, звеночки. А потом будет цвести анемона, дербеники. Для маленького сада очень важно выбирать те растения, которые цветут долго, как можно дольше. А это, например, герань цветет минимум месяц, а то и полтора. А потом такой просто зеленой плямой она залишается и будет дуже так. Ну, ниже она будет, ниже, потому что срежутся цветоносы, она будет ниже. И если говорить, например, об анемоне японской, она цветет 2-3 месяца. Вот если брать с первого цветка до последнего, и 3 месяца может цвести, смотря какой сорт. У меня их разных сортов много. Есть более поздние, есть более ранние, есть ниже, есть выше. Я ее очень люблю. Я хотела еще сказать про дербеник. В наших садах его редко используют. У него есть особенность, он очень любит воду. То есть если вы сумеете ему обеспечить постоянный полив, постоянную влажность, у него очень поверхностная корневая система, то он вас порадует цветением минимум 3 месяца. Это совершенно потрясающие свечи. Сад вообще – это живой организм. То есть не может быть такого, что вот один раз посадил и забыл на всю жизнь. Вот он себе цветет, растет, вы только ухаживаете. Этого не будет. Растения перерастают свою норму, на которую вы рассчитывали, например. Или наоборот, вы рассчитываете, вы растению даете какую-то большую площадь, делаете для него все условия, которые ему должны подходить, а оно не хочет расти. Вот ну не хочет бывает и все. Так бывает, да. Вот. Поэтому... Какое-то растение надоело, вы увидели какое-то новое, оно для вас интересно, вы его хотите посадить. Естественно, те растения, которые мне уже не интересны, или они не подходят по каким-то причинам, им плохо, мне с ними плохо, мы просто делимся с соседями, с друзьями, отдаем, дарим. Ну, я продажей не занимаюсь растений. Вот. И садим то растение, которое мы хотим попробовать, увидеть, как оно будет смотреться в нашем саду. Что касается роз, мы выбираем только те растения, которые не только долго и красиво цветут, они должны быть очень скромными. То есть этот цветок должен быть такой, который поддерживает розу, а не пытается у нее забрать первенство. Но самое интересное, самый такой лучший комплимент, который я получила, моя знакомая приехала в мой сад осенью, ну, август, это был где-то август. И она была просто в шоке, она говорит: куда ты дела все розы? Говорит: где они? Это был такой комплимент. Почему? Потому что вот эти простенькие растения, которые перетянули на себя все внимание, они полностью забрали это внимание у розы, которая, да, цветет где-то одиночными цветами. Это уже не настолько интересно. Ты маешь на увазі, що троянда має період свого квітування. Самое большое, самое сильное первое цветение, да. Потом идет обязательно перерыв. Так, а після того потрібно використати якісь такі рослини, які дадуть змогу... Переключить внимание. И це вдається завдяки злакам и багаторічникам. Багаторічним травам. Поэтому у меня концептуально сад и есть как раз сад роз и трав. Травы имеется в виду, опять же, не всегда злаки. Не обязательно это должны быть злаки. Злаки тоже очень играют важную роль. Зрозуміла. У тебе дуже цікавий сад. Ти зрозуміла, що ти його зробила з душею, з серцем. Я тобі щиро бажаю, щоб рослини, які в тебе є, вони і далі набували ж такої краси, щоб ти замінювала, якщо ти хочеш, іншими якимись рослинами, а цими ділилася з сусідами, тим самим якось, знаєш, будеш розповсюджувати цю історію краси далі по ділянкам, які є поруч. І бажаю тобі тільки натхнення і успіху. Все це найкраще, Марина. Спасибо, Андрюша, большое. Спасибо тебе. З вами була програма «Ландшафтний дизайн». Побачимось. На все добре.